Всем доброе утро, ребятишки. С вами я. Как всегда представляюсь. Видеосъемка ведется из кабины осенизации нашей машины, осенизатора. Сегодня я как электрик работаю за слесаря. Слесарь у нас в отпуске. На смене нас осталось всего двое. Ряды редеют. Ну вот сегодня у нас необычный ролик. Не про ту работу, которую обычно я делаю, а про другую. Я сегодня откачиваю вагоны жидкости бака-накопителей. Обрабатываю их вот такой вот потом латринкой. Ну, то есть проливаю, просто хожу. Это, так сказать, после осенизации у нас дезинфекция проходит. И сегодня я вам покажу путешествие. Путешествие на нашем вот этом замечательном автомобиле рабочем до очистных сооружений, куда все увозится то, что откачивается с вагонов. Так что сегодня необычный ролик. Может, ты работал? Эх, как трясёт. Вчера привезли новые шпалы. Наверное, менять будут здесь шпалы. Демонтаж путей. Нет, не демонтаж, монтаж. Ремонт. Вон, мужики уже аккумуляторы смотрят. ТО проводит у вагонов. Покинули территорию депо. А здесь сапог стоял, угнали? Справа чисто, борт в порядке. Думаешь, там не закрыли еще? Тут как груженная машина плохо в гору тянет. Что такое? Все, приехали. Не тянет, что ли? Так это что, заправляться надо или что? Нет, не грязь, перестает качать. Да-да-да. Бывает такое. Смотри, демонтаж какой-то тут здания. Птицефабрику разобрали. А, подожди, это мясокомбинат же был? Надо же, мясокомбинат закрыли здесь. Вот так вот. То есть все промышленные базы. Автосервис. И наш трешовый этот тоннель. И Европа! А вот и выход в город. А что, суббота? Машин мало? Только опасно ездят тут эти. С краю.
Раннее утро, народ уже гуляет. Масочный режим соблюдаем. Небольшую часть города зацепили. Сейчас снова из города выйдем. Очистные сооружения у нас за городом. Лада Гранта, Шкода. И еще что-то там. Везут новые машинки. А смотри-ка, здесь дорогу слева сделали. Пешеходную. Ее не было. Вот этой? Да. Вот она. Вот было так же, как здесь, справа. Я еще помню, на велосипеде по краю дороги ехал. Почти вот уже здесь. Вот я... Так я тут сколько не был-то? Года 2-3 точно. Там где-то дальше еще санаторий есть. И бывший детский лагерь пионерский. Вот здесь вот. Не, не здесь. Чуть подальше. Здесь автодром, да? Ну, раньше тут мотокросс проходил уже. Давным-давно, когда я маленький был. Вот санаторий. Смотри, его забором оградили. Ну, не санаторий даже, а туда санаторий. Тут лечебная какая-то. Учебный санаторий. А после него начинался вот здесь вот бывший пионерский лагерь. Сейчас здесь сделали, по-моему, этот база пейнтбол играют. Даже вон уже бараки посносили. Не все, правда, ну. Вон, да, вот тут были первые три отряда. Четвертый, пятый отряд. Сцена еще стоит. Вот. Да, вот был корпус, вот корпус был детский. Ворота, вот они остались, лагерь Чайка. Далее здесь вот были эти бассейны. Был я в этом лагере пару раз. Здесь вот тоже какие-то базы отдыха сделали. Здесь, кстати, у Сереги, по-моему, сын свадьбу справлял. Снимали они кафе летнее. Да. Да-да. Вот здесь вот, да, вот. Вот мы выехали на дорогу, которая ведет нас к аэропорту. Музей, точно. Я там, кстати, ни разу не был, сколько живу. Машина полная, машину трясет. Последние домишки на краю города, жилые. Далее уже пойдет Пермский район. Вот он наш выезд.
здесь дорогу не сделали? За столько лет. Тем, у кого проблемы с копчиком, я не желаю здесь ездить. Тут еще какое-то здание построили. Да, давно. Давно меня тут не было. А вот и пункт назначения. Здесь рыба не водится, потому что здесь сливается, ну, с города вся, так сказать, грязная водичка, а чайки почему-то летают. Вы можете понаблюдать. Вот каналия городская. Сейчас посмотрим, что у нас там творится. Ну да. Вам не передать, какой здесь запах. Это просто ужас. Как вы могли заметить, путь стоит не близкий до очистных сооружений от депо. Занимает по времени это примерно часа полтора, около двух. Ну, может, чуть меньше, смотря какая загруженность на дорогах. Если пробки, то, конечно же, больше. Вот сегодня у нас суббота, сегодня мало машин на дороге. Доехали без проблем, пробок не было. Да и, в принципе, в город-то ведь не заезжаем. Я все равно не пойму, что здесь чайки? Рыбы нет, что они тут ловят? Или по привычке? Вода? Нет, смотри, ныряет ли что-то? Что он там ныряет? Что он там ловит? Что-то ищет. Но что-то ведь пытается там поймать. Ну и там нет ничего. Это же каналия городская. Откуда здесь рыба возьмется?
Короче, мне нужна помощь, и готов. Пишем, ладно, 9-й, такого-то года. Год уже. Так это как недорого. Так не то, что недорого, а от какой машины? На Лансере, блядь, либо 4 болта, либо 5. Куда они стоят? Там специальные такие домики и беседки сооружены. Как для отдыхающих. Для тех, кто даже захотел шашлыка пожарить. А не рановато? Нет, нормально. Прям вообще 8 уезжало. Смотри, трактор подогнали. Скоро дач будет перекрывать сегодня его. Вот мы и в Париже. Ну что же. Обработку сделали, соответствующие заметки в журнале поставили о том, что сервисное обслуживание, откачка и так далее произведена. Вот на этом слесарская работа основная заканчивается. Далее слесарь уже звонит своим коллегам электромеханикам и спрашивает: вам, ребята, чем-то помочь? Если нет, нет, свободен. Если да, то идет и помогает. А у нас ролик заканчивается, и поэтому я просто с вами, дорогие зрители, попрощаться. У нас, видите, вон, дождик пошел на улице, погода цвет не очень. Я с вами прощаюсь. Говорю, до новых встреч. Там где-то на востоке меня должен был водитель ждать. Но, судя по всему, он сам проехал. Ну ладно, всем пока. До следующих роликов.